Привет! Мы на канале ProgAuto, и мы продолжаем знакомиться с новым автомобилем Skoda Kodiaq. И сегодня я хочу рассказать о его полезнейшей функции, которая называется виртуальная педаль. Я думаю, для многих знакомая ситуация, когда надо открыть багажник, но руки заняты. Но нам на помощь может прийти Алена. Алена, поможешь? Конечно! Спасибо! Спасибо, помогла Алена. Ну, если Алена не хочет помогать, на помощь нам может прийти виртуальная педаль, которую предлагает Skoda Kodiaq. Для этого нужно всего лишь провести ногой под багажником, и дверь откроется самостоятельно. И мы можем спокойненько сложить наши вещи все. Закрыть багажник можно с кнопки, или же точно так же, проведя ногой под бампером. Машина подает звуковой сигнал для того, чтобы она вас не ударила багажником. У многих может возникнуть вопрос, что будет, если на пути закрывающейся крышки возникнет какое-то препятствие. Сейчас мы с вами это проверим. Аленочка, поможешь мне достать водичку? Постоянно я тебе должна помогать. Закрывается из ключа тоже. Держи. Спасибо. Как видите, в результате наша Алена не пострадала. Подписывайтесь на наш канал ProgAuto, чтобы не пропустить интересные видео.